когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копеек и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала... Вот так, через стол нажимай. Все, дай посмотрю. Позови его, позови его. Лол, позови его. Ну, позови, ты что, я снимаю, ну. Дима! Да, я как бы не заметил. Я говорю, да. Да, ну, не заметил. Да. Давайте целуй. Ты туда не попадал, не ладно. Конца урока мне. Давай, будем не закусывать.
со школьного двора. Под звуки нестареющего вальса учительница нас проводит до угла. И вновь на встречает учи и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Тут не очень как нас забыть звончей звонка копей? И девочку, которой нос попей, пускай потом. Так, и сейчас очень важно, чтобы вы не торопились. Правда? Открыли в школе. Пройди по тихим школьным этажам. Здесь прожита и Бога нет, а не мало. Опять же, она нормальная. А спида? Перемены, но жизнь она особенная. Найди решение непременно. Спасибо, что конца урока нет. Еще. Стоп. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит.